В Управлении внутренних дел по Ленинскому району прошло совещание, на котором подвели итоги за первое полугодие текущего года. Началось совещание с поздравлений тех сотрудников полиции, которые отличились в указанный период. Среди награжденных майор полиции Андрей Максимов, старший лейтенант полиции Татьяна Машляк, государственные инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения, капитан полиции Ирина Меникова и старший лейтенант полиции Ирина Чекмарева. Кроме того, за активную гражданскую позицию, самоотверженные и грамотные действия по задержанию и обезвреживанию преступника поощрили сотрудника частного охранного предприятия Андрея Исаева. За доблестный поступок он был награжден почетной грамотой и ценным подарком. В беседе с нашим корреспондентом Андрей Петрович вкратце рассказал о том случае. Двигало, значит, в первую очередь это работа. Добросовестную работу я оцениваю фактор, ну и задержание преступника. Так как он налицо, значит, имел мотивы преступления, был экипирован, значит, в камуфляжной форме, в черной шапке с прорезью, значит, в очках, был, значит, черные перчатки, значит, на мои, значит, что ты здесь делаешь, значит, встал просто и ударил меня. И вот на основании этого у нас завязал, значит, силовой захват, и в ходе чего, значит, преступник вытащил пистолет, и я сумел отбить его руку, и вот выстрел произошел в сторону. Испугался уже после того, как преступник был доставлен в отделение полиции, признается Андрей Петрович. В охраняемом им доме были дети, и это стало главным стимулом к его решительным действиям.